рейтингу? Мы никогда не отказывались от антиолигархических лозунгов. Это каналы таким образом нас представляли. На самом деле, вы сейчас можете сказать, что партия коммунистов против олигархов? Да. Партия коммунистов продолжает считать, что Молдова захваченное государство? Так точно. А кем она захвачена? Олигархами. А кто эти олигархи? Можно поименно? Ну, что, вы не знаете, кто у нас олигархи? Ну, пожалуйста, скажите, все-таки не я гость сегодняшней программы, а вы. Кто эти олигархи? Их не двое, не трое. Ну, назовите, господин Рейдман. Неужели это сложно? Зачем? Мы что, сейчас начинаем... А вы с частью этих олигархов сотрудничаете в последнее время, последние месяцы, с момента формирования правительства Габурича? Ну, как сотрудничаем? Мы не сотрудничаем с ними. Вы помогли им сформировать правительство? Мы не помогли с ними. Мы помогли запустить механизм государственного управления. Кривой, косой, буксующий, но хоть какой-то.